Всем привет! Вы на канале InvestBlog by Chris. И в сегодняшнем видео я вас научу работать в DeFi проектах, таких как PancakeSwap, BSwap, ApoSwap с телефона. Самой мне удобнее работать с ноутбука. Я вам уже много раз об этом говорила. Все приложения у меня открыты на ноутбуке. Кошелек MetaMask подключен в браузере. Но тем не менее, так как многих не пользуются ноутбуком, а пользуются именно телефоном, то показываю вам. Для начала не забудьте скачать себе кошельки на телефон. У меня кошелек Trust, есть кошелек MetaMask, есть еще CoinWallet. Да, то есть кошельков много, в одном месте я никогда не храню свои финансы. Trust кошелек, скачали приложение. После этого вам нужно на кошелек Trust зарегистрировать, запишите где-нибудь свою сид-фразу, чтобы ее не потерять. Она должна быть записана у вас не на телефоне и на электронном устройстве, а где-нибудь в блокнотике, на листочке, и листочек куда-нибудь убран в надежное место. После этого заходите, и вам нужно, вот видите, первая строчка у меня, BNB в сети Binance Smart Chain. Вам нужно на эту BNB отправить с, допустим, с Binance BNB-шек. BNB у вас всегда должны быть, они должны быть на, также для оплаты всех транзакций в сети. Все, BNB у меня на кошельке. Дальше я отправляюсь на платформу ApoSwap. Находим ApoSwap, переходим. Так, я зайду не в этом браузере, не автоматически, который выбивается. Я зайду в браузере хромовском. То есть в поисковике просто вбью. Сверху, как вы видите, написано Connect. Я нажимаю на Connect. Здесь мы с вами выбираем кошелек. Не Trust Wallet и не MetaMask, а Connect Wallet вам нужно. Набираете Connect Wallet. И здесь в Connect Wallet вы уже нажимаете на Trust. Вас обратно перекидывает в Trust. Вы делаете подключиться. Подключаетесь и возвращаетесь обратно к своему браузеру. И, как вы заметили, уже у вас кошелек подключен. После этого вам нужно купить монеты банана. То есть у ApoSwap, у них их нативный токен, это монеты банана. То есть для этого вам нужно пройти вот сюда в троеточие и сделать на кнопку Trade, Exchange. Выбираем, нажимаем сколько мы хотим BNB. Допустим, я напишу 0.1. На 0.1 BNB я приобрету 12 бананов. Опять же, подключаю кошелек через Wallet Connect Trust. Валит, подключаю его, возвращаюсь обратно, кошелек подтвержден, и нажимаю Swap. Подтверждаю обмен, подтвердила, вот обратите внимание, комиссия взимается 0.32 цента. За каждую транзакцию в сети Binance Smart Chain с вас будет взиматься комиссия. Подтверждаю. Все, возвращаюсь к своему браузеру. Транзакция подтверждена, закрываю. После этого я возвращаюсь обратно в пулы, и здесь в пулах я хочу отправить эти бананы для того, чтобы они у меня стейкались под 118% годовых. Для этого мне нужно будет нажимать кнопку Enable. Здесь его разблокировать, да, то есть разблокировать данный пул. Все, возвращаюсь обратно. Он у меня теперь будет разблокирован. После этого мне нужно будет добавить сюда в бананы. Выбираю максимальную сумму. У меня максимально, соответственно, 12 бананов. Нажимаю кнопку Mask и подтверждаю Confirm. Все, после этого нажимаю подтвердить, подтверждаю, все, кошелек у меня подтвердился, возвращаюсь обратно. Теперь можете посмотреть, у меня застейкано 12 бананов под 118% годовых. Здесь буду отслеживать, сколько у меня бананов набирается, будет написано, сколько мне нужно будет их снять. Если вам нужно эти бананы снять и обменять обратно, это все делается абсолютно точно так же. Только вы нажимаете на кнопку минус, нажимаете MAC, подтверждаете, подтверждаем, возвращаем обратно. Соответственно, после этого, видите, у вас идет загрузка того, что у вас проходит данная транзакция. Сейчас она подтвердится, и бананы у вас снова вернутся к вам на Trust кошелек. Они у вас на Trust кошельке. Автоматически их на Trust кошельке нет. Их надо на Trust кошелек добавлять вручную. Сейчас я вам покажу, как это нужно будет сделать. Убираю, возвращаюсь в Trust. Вот здесь в Trust мы находим кэш-банана. Вот ApoSwap банана. Ставим и нажимаем все, готово. Все, видите, смотрите, 12 бананов у нас на счету. То есть все это очень-очень просто, очень удобно. Соответственно, можно пользоваться, повторюсь, как с телефона, так и с ноутбука. То есть вы все это можете также отслеживать. Это касается всех платформ. На этом сегодня все. Надеюсь, видео было для вас понятным. Если это не так, то с удовольствием отвечу на ваши вопросы в своем телеграм-чате, ну, либо в личном сообщении. Не забудьте подписаться на мой канал, на YouTube-канал. Ну и до скорых встреч! Всем пока-пока!